Военный учебный центр занимает особое место среди учебных подразделений. Здесь все студенты могут пройти военную подготовку без отрыва от освоения основной образовательной программы. Выпускникам после завершения обучения в университете присваивается первое воинское звание с одновременным зачислением в запас. В 2017 году кафедра переехала в отдельно стоящее здание и была преобразована в военно-учебный центр. Созданы кафедры ВКС и связи. Открыта подготовка сержантов запаса для ВКС, офицеров запаса для войск РХБЗ и девушек для обучения по программам подготовки офицеров запаса. Для учебных целей получен самолет МиГ-29, построен ангар для хранения вооружения и военной техники, создан спортзал и стрелковый тир. На территории установлены артиллерийское и зенитное орудие, полковой миномет, памятник защитникам Отечества. Открыты музеи войск связи и главнокомандующего ВВС, героя России, генерала армии Владимира Сергеевича Михайлова. На базе центра открыто более 12 клубов, среди которых стрелковый и страйкбольный клубы, клуб дайвинга, клуб военных корреспондентов. Главными проектами патриотического воспитания студентов ВУЦ при РТУ МИРА являются «Лето в спецназе» и «Зима в спецназе», которые предоставляют студентам возможность пройти подготовку по выживанию и преодолению экстремальных условий, нацелены на воспитание волевых лидерских качеств, способности без промедлений принимать взвешенные решения в критической ситуации. Проекты являются для участников мотивацией к поступлению в ВУЦ, что в будущем может стать для них решением, открывшим новые возможности, преимущества и перспективы в построении карьеры. Военная подготовка – это дополнительное образование. Это как курс английского языка или подготовка водителей категории А или Б и С. То есть в жизни всегда может что-то пригодиться. В бизнесе, в науке, в профессии, на заводе, в конструкторском бюро. То есть надо подходить к делу творчески и принципиально. Раз взялся за дело, значит, надо его освоить, быть лучшим в своей профессии.